Знаменитый актер Харрисон Форд попал в больницу после того, как его самолет «Райан Рекрут» образца 40-х годов потерпел крушение в пригороде Лос-Анджелеса. Форд сам был за штурвалом, перед аварией успел связаться с диспетчером и сообщить о проблемах с двигателем. Жесткую посадку пришлось совершить на поле для гольфа. По словам очевидцев, актера увезли оттуда с тяжелой травмой головы и кровотечением. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сын Форда успокоил всех в Твиттере. Мол, отец хоть и немного приложился, но в порядке. Харрисон Форд вообще заядлый авиалюбитель, уже не в первый раз попадает в аварию. В 99-м вертолет, которым он управлял, совершил жесткую посадку. Еще один инцидент, правда, уже с летательным аппаратом из далекой-далекой галактики, произошел несколько месяцев назад. На съемочной площадке нового эпизода «Звездных войн» на ногу актера упала дверь тысячелетнего «Сокола» космического корабля, принадлежащего Хану Соло, одному из культовых киногероев Форда. К слову, Соло тоже как-то пришлось совершить жесткую посадку на космический астероид.